Как всего за год стать глобальной компанией со штаб-квартирой в глубинке и экспортировать в США, Соединенное Королевство и еще 30 стран мира? Алексею Баранову понадобится час, чтобы ответить на этот вопрос. Он директор по экспорту компании, занимающейся ветеринарным оборудованием. Производство находится в небольшом городке Дорогобуж Смоленской области. Местная продукция пользуется спросом по всему миру. Мы не ищем в Америке клиентов, они нам сами звонят и говорят, мы хотим ваш, например, уникальный стол. Это здорово, когда, скажем так, Россия известна не только льном, пенькой там, или, скажем так, нефтью, но и продвигает сложные технические решения, как в нашем случае. И я здесь еще и потому, что чем вот больше будет таких, скажем так, русских производителей на глобальном рынке, тем, ну, во-первых, это приятно, это гордость, а во-вторых, нам будет легче продвигать свою продукцию. Есть чем гордиться и Тамбовской области. Всего за 4 года в регионе в 3 с лишним раза выросло число компаний-экспортеров. 126 предприятий наладили партнерство почти сотни зарубежных стран. По итогам минувшего года Тамбовщина вошла в число лидеров регионов ЦФО по приросту экспортного потенциала. По словам экспертов, несмотря на все сложности, в том числе связанные с пандемией, экспортный потенциал Тамбовской области растет. Так, в прошлом году за границу поставили почти вдвое больше товаров, чем ранее, на сумму 400 миллионов долларов США. В целом, внешнеторговый оборот Тамбовской области увеличился почти на 32% и составил 615 миллионов долларов. По итогам конкурса «Экспортер года 2020» сразу 5 предприятий признаны наиболее успешными в сфере развития международной торговли. В их числе известный производитель снеков. Экспортировать тамбовские семечки компания начала больше 10 лет назад. Ориентировались прежде всего на этнические рынки. Конечным покупателем должны были стать переселенцы из стран СССР. Со временем продукцию распробовали больше, чем в 20 странах мира. Одним из наших лидирующих рынков является рынок Европы, и одной из лидирующих марок является марка «Тамбовский Волк». То есть мы представляем именно бренд нашей области, нашего города, города Тамбова. Поэтому и людям это очень нравится. Помимо того, что «Тамбовский Волк» тебе товарищ, это известная фраза для наших выходцев из стран СССР. То есть они знают это не только как русский бренд, но и как качественный продукт. На экспорт агропродукции тамбовские компании делают особую ставку. Не отстают и смежные отрасли. Также завоевывать глобальный рынок готовы индустриальные производства, компании, развивающиеся в сфере услуг, и легкая промышленность. Для конкретного предприятия, естественно, это новые рынки, новые возможности сбыта своей продукции, тем самым, естественно, возможность конкурировать уже не только в региональном, но и мировом масштабе, но с последующим, как говорится, возможностями расширения производства и совершенствования качества своей продукции или услуг. Ну а для региона, как я уже сказала, это огромный вклад вот наших предпринимателей в общую копилку прироста экспортной составляющей. Стоит отметить, что в последнее время поддержке начинающих и будущих экспортеров уделяют особое внимание. Чтобы узнать обо всех возможностях международного направления, достаточно одного обращения в региональный центр развития экспорта. Он работает на базе делового пространства «Геометрия бизнеса». Юлия Савушкина, Станислав Попов, Александр Кобзарев, Область новостей.